Турист из Китая попытался вывести из России клыки кашалота и бивни мамонта. При прохождении пункта пропуска пограничной на мониторе рентгеновского аппарата в чемодане у мужчины были замечены мелкие предметы, заинтересовавшие сотрудников таможни. В ходе досмотра у гражданина КНР среди личных вещей обнаружили клыки волка и кашалота, распиленные фрагменты бивня мамонта, а также несколько изделий из янтаря. Турист заявил, что находка таможенников ему не принадлежит. Весь товар он вез через границу по просьбе друга. Мужчину задержали, а изделия изъяли и направили на экспертизу. Волк и кашалот относятся к видам, находящимся под угрозой исчезновения. А потому для вывоза товаров такого рода необходимо специальное разрешение Росприроднадзора. По данному факту уссурийская таможня возбудила дело по части 1 статьи 16.2 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации «Недекларирование товара». Санкция статьи предусматривает штраф до двукратного размера стоимости товара с его конфискацией.